уникальные места. Я тут выхожу в магазин и хожу по улочкам древнего города, которые такие же, как и 500-900 лет назад. Вот этот минарет, Калям называется, вот там вдалеке самый высокий минарет Бухаре. Вот он, сейчас я его увеличу. Что-то не получается. Ну ладно. Минарет Калям, он, ему уже 900 лет. Он 900 лет простоял. Представляете, как была развита наука, строительство, архитектура, математика 900 лет назад. И такое впечатление, что мы не развиваемся, а только деградируем, только уничтожаем природу и свою душу, и здоровье, и экологию. Но не мы, конечно. Нет, мы хорошие, да, это все они. Это все они. А мы белые и пушистые. Ну, надо все-таки, друзья, задумываться об этом. И не критиковать других. Как одна женщина. В первую очередь критиковать себя. Потому что как-то я встретил одну женщину у моря в Одессе и сказал ей, ну, она жаловалась мне, какие все плохие, в общем, нет духовности, вот, не хотят изучать, ничего знать. И мы познакомились, я рассказал ей, что я тренер, занимаюсь восточными духовными практиками и телом, и здоровьем. И я сказал ей, что можно обучаться, могу консультировать ее по этим вещам. Она сказала примерно, да нет, у меня нет времени, я занята, я сама обучаю других. Вот, ну я посмотрел так на нее, не удивился, потому что она, ну, ее тело далеко не совершенно. И знания тоже. Я вижу это и думаю, ну, ты же сама такая, ты критикуешь других, они не хотят обучаться у тебя. Ну, а ты не обучаешься сама, чему ты можешь их научить? Что ты можешь им дать? Вот. И, ну, я ей это сказал, конечно, только из-за того, чтобы ей помочь. И я знал, что, естественно, она меня пошлет подальше, как и случилось. Ну, я привык к таким вещам, потому что, когда мы причиняем добро, это нам отдается по-разному. Иногда очень хорошо, иногда очень хорошие результаты, общение получается. А иногда просто люди не понимают нас, не понимают, что можно чему-то у нас научиться. Но они же не экстрасенсы, они не обязаны понимать. И мы должны сами показывать своей жизнью, чему у нас можно научиться. Вот так вот. И в первую очередь учиться самим. Я вот, например, обучаю, консультирую людей, тренирую людей уже где-то лет 25, если не больше. Подготовил и тренеров Федерации кунг-фу и четырех, и много детей, много спортсменов подготовил, которые выступали и на соревнованиях, ну и просто становились хорошими людьми. Они ходили со мной в горы вместе с родителями, вот, ну, в Крым, на море, и тренировались у меня годами, аж максимальный срок до 7 лет, я помню, у меня некоторые занимались, и потом к
кто-то стал тренером по кунг-фу, по тай-чи, системе здоровья и этой удивительной мистической практике. Но тогда я еще не знал тай-чи как мистическую практику и сам развивался, сам обучался. И когда мы обучаемся, мы, естественно, узнаем много нового и поднимаемся на следующие уровни. Я обучаюсь всегда. Как Конфуций называл себя, вечный студент. Ну, я то же самое у меня. Я всегда учусь, всегда куда-то стремлюсь подняться на какой-то новый уровень, что-то интересное узнать. Ищу мастеров, ищу знаменитых мастеров и к ним пристаю. Ну, так и надо. И мастерам нравится, когда их спрашивают, пристают, потому что когда стоит целая библиотека книг, ну, допустим, у мастера в голове целая библиотека знаний, и когда туда заходит дурак, он даже не читает, он просто заходит в твою жизнь и, ну, просто не может ничего понять и видит твое тело, физическое тело. Ну, а наши тела несовершенны, и даже мое. Так что все дело в способности видеть. Если человек способен видеть, тогда он больше возьмет знаний, больше пользы возьмет, и от жизни в том числе. Так что надо тренироваться на мастерах, брать знания, и жизнь будет раскрываться перед вами, потому что мудрость брать из мира, это делают, этим занимаются уже многие века, тысячелетия люди. И вся мудрость из мира, ну не вся, да, но много уже взято. И надо просто обучаться, чтобы увидеть ее, чтобы понять этот мир, надо обучаться у мудрецов, у лучших. И я стараюсь так и делать. Поэтому я тоже стал учителем и чемпионом. И показываю очень даже неплохие результаты. Иногда сам удивляюсь по исцелению некоторых болезней. В общем, вот этот минарет, вот он уже зажегся. Я подошел ближе, чтобы вам его показать. Он стоит уже 900 лет. И сила вот этой науки древней, и сила этой медицины древней, это огромная мощь. Это огромная мощь, которая действует и работает и сейчас. Немного что изменилось в природе за эти века, тысячелетия. Немного что изменилось в природе и в здоровье, в подходах лечения. Изменилось, ну, только не в лучшую сторону. Некоторые достижения, конечно же, есть, но есть и много потерь. То есть какие-то древние секретные методы исцеления, они отвергаются медициной, только с целью того, чтобы сделать пациентов более выгодными, хронически больными, подсаженными на лекарства. И это бизнес, это бизнес. То есть, поймите, друзья, смысл. Если вы не философы, то очень трудно жить в этом мире. Если вы не поймете вот то, что я говорю, да, то опасно жить в этом мире и опасно попадать в руки разных врачей и так называемых мастеров, которые сами не знают, что говорят и чему учат. Поэтому надо учиться, друзья, у лучших мастеров, и это очень интересно, по себе знаю, и очень полезно. Это главное, что мне интересно в жизни. И вот прекрасная Бухара, прекрасная луна.
менее прекрасный дворец правителя. Потому что, да, посмотрите, вот мечети, да, прекрасная, да. А вот дворец правителя, по-моему, и так все понятно. Что прекраснее в этом мире, а что не очень. И кто на самом деле правитель этого мира? Какая энергия заставляет биться наши сердечки? Какая энергия в нас живет и позволяет нам мыслить? Какая энергия вдохновляет нас на все самое лучшее? Задумайтесь, друзья. И если хотите узнать больше об этом, заходите в мой коучинг-чат. Будет много необычного, интересного. И лучшее все, что я нашел из медицины, из системы исцеления и здоровья, из духовных учений, секретов мудрости, тайн совершенства и чудес за 33 года я с вами этим делюсь. 33 года – это хороший срок для того, чтобы иметь чем с вами поделиться и для того, чтобы у вас были отличные результаты от этих знаний. Вот так, друзья. Ну, что вам еще рассказать? В чате, чат, конечно, платный, вы можете зайти туда и бесплатно, но оплата всего лишь $7 в месяц за тренировки, за какие-то секции у каких-то тренеров, даже не мастеров, не чемпионов. Вы иногда платите больше, хотя это не приносит никакой пользы. Эти знания могут даже навредить. Мой совет вам: учитесь только у мастеров, только у признанных профессионалов, по крайней мере, имеющих документы. Ну, документы сейчас сделать можно легко, но документы, скажем, участие в соревнованиях, стать чемпионом, да, это уже не совсем просто. Я не подделывал свои документы. Вот, значит, учитесь у мастеров, заходите в мой чат. Месяц обучения $7. Если вы хотите попробовать 2 недели, тоже можно за 5. Если вы хотите заплатить за год, будет скидочка, это $50. Но поверьте, год обучения, год получения этих секретов в моем чате — это даже еще мало. То есть, казалось бы, если человек не совсем глубокий, он думает, ну что можно там год делать в чате. Да знаете, у меня лично 3 раза в неделю, допустим, люди обучались до 7 лет. Может, даже кто-то больше обучался. То есть 7 лет у меня занимались спортсмены 3 раза в неделю. И на каждой тренировке для них было что-то новое. Новое открытие, и они поднимались на другой уровень. Понимаете? То есть знаний очень много для вас важных, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему. Это реально, это не шутка. Жизнь меняется чудесным образом, если человек двигается к мудрости, если человек не стоит на месте. Ну, а это уже зависит в ваших руках. Это уже в ваших руках. Все зависит от вас. Ну, а ваши руки в руках Бога. Так что внушит Он вам или не внушит двигаться к совершенству, или не двигаться, или двигаться вместе со мной, или двигаться с кем-то другим. На все воля Высшего. Так что вам желаю получить как можно больше пользы от всех мастеров, от ваших тренеров, ваших учителей, от меня, от моего чата. И да пребудет с вами сила джедая. Всех благословений вам и вашим близким. И всех удач вам на пути добра и пути справедливости. Все, пока, друзья. Счастья, здоровья.